Утро туманное, утро сырое, лица печальные, пастой покрытые. Мы сегодня приехали на Карбуцею. Ну, в общем, у меня уже есть видео про Карбуцею, что такое это. Что это такое? С утра даже как-то язык не поворачивается. По сути, это барахолка, я много рассказывать не буду, оставлю там ссылку. Вот, ну так коротко покажу, что, в общем, здесь на стадионе в Ипсвиче делали такой вот рынок тоже. А поскольку мы переехали в новый дом, и нам много чего нужно, здесь даже получше рынок, чем тот, в который мы ходили, на который мы ходили в Лондоне. Вот, нам много чего нужно в новом доме, и вещи, и цветочки. То поэтому мы приехали на барахолку, чтобы посмотреть всякое барахло. Так, ну вот, смотрите. Мы сразу при входе купили цветочки. Я не очень-то по садоводству, но наличие сада обязывает. В общем, скажите мне, кто разбирается в ботанике, хороший выбор или нет. Все за 10.75. 10 фунтов 75. Вот, и еще посмотрите. Я никогда не видела, как растут герберы. Вот такие у них, оказывается, листья. Вот, на обратном пути, в общем, все заберем. Пока пойдем смотреть другое барахло. Но я в основном за цветочками. Барахла у нас своего хватает. Мы из Лондона привезли много. Вот, что я еще хотела купить, это горшки, чтобы в сад поставить. И эти вообще горшки были по 50p. Но две бойкие женщины только что купили все, увели прямо из-под носа. Вот еще для сада, огорода, вилы всякие. Но вилы это там слишком. Арчин, я хотела купить горшки, но женщины купили все. Они были очень дешевые. Сколько? Ну там 50p. Все купили? Да, они купили все. Вообще хочется сказать, что торговля бойко так идет. Люди все так скупают очень активненько. И я думала, что это так, просто хобби. А люди прям так покупают. Ну, потому что здесь можно, конечно, найти какие-то такие вещи подешевле, но вот надо все-таки копаться в этом барахле во всем. Вот, ну я прям вижу, как все отсюда такие нагруженные уходят с вещами, с мебелью. Нам тоже нужна садовая мебель. Так, ну ладно, наш улов. Цветочки. А где-то у нас еще был горшок такой. Взяли его, да? Здесь. Нет. А, внутри. Цветочки разные. Здесь в горшке тоже. Всякие корзинки. Барабаны. За 5 фунтов. Бонго. Будем играть. Конечно, детская машинка, куда же без этого. Вот, корзинки, по-моему, по 50p мы купили. Ну вот, все, едем домой. Вообще хотелось больше купить для сада чего-то, ну, таких глиняных горшков, там что-то такого. Но не встретилась, к сожалению. Ну ладно, будем сажать так. Первый репортаж из леса. Вот, Orwell Country Park. Хочу сказать, что мы живем в очень тихом месте, ну такой район, в общем, на отшибе города, и здесь вокруг очень много природных всяких мест. И вот мы сегодня отправились обследовать окрестности. Country парк — это типа лесопарк, как по-русски, да, то есть это не такой парк городской, где там всякие качели, карусели, а это, в общем, лес, по сути. Вот, но обратите внимание, какие правила в английском лесу. Значит, всем добро пожаловать, но имейте в виду, что здесь все охраняется, поэтому собаки на поводках, никаких велосипедов, никаких мотоциклов, ничего не брать, ничего не рвать. Когда вот мне говорят, что грибы собирать в Англии можно, вот обратите внимание, do not pick, harm, disturb or remove the flora or fauna, да. То есть ничего не рвите, ничего не берите и ничего не ломайте. Ходите по дорожкам, никаких кемпингов, никакого барбекю и наслаждайтесь вашим визитом. В общем, русского человека лесами не удивишь, конечно.
И поэтому у нас, потому что лесов много, то никаких объявлений везде не висит, что не собирайте там. Не, ну может висят иногда. Вот, Англия все-таки маленькая страна, и раньше здесь лесов было много. Но империя требовала своего, и очень много лесов было вырублено для того, чтобы строить корабли и захватывать мир. И теперь деревьев осталось совсем мало, все на весь золото. Поэтому в парках говорят, не рвите, не дерите, не рубите, не собирайте. Даже вот когда мы жили в Лондоне, там ближайший лес с нами был, Эппин Форест. Там было написано, что можете вынести только небольшой кусок сухого дерева из леса, больше ничего выносить нельзя. Вот так вот все в Англии. Все заповедники. Так, ну вот мы добрались до места назначения. Этот парк упирается в речку, которая называется Оруэлл, как писатель Оруэлл. И эта речка, она впадает в море потом. Вот, смотрите, какой тут берег дикий. И вот такой вот мост. Вот если Oral Country Park забить в Инстаграме, то у всех всегда вот такие фотки, как они сидят на поваленном дереве с видом на мост. Вот мост очень длинный, называется тоже Oral Bridge. Собаки лают прям. И чтобы, ну вот, если вы на окраине живете, как мы, чтобы с одной части города добраться на другую, то надо вот через этот мост ехать, он длинный. И его иногда закрывают, говорят, когда очень сильный ветер, то его закрывают, потому что, в общем, даже небезопасно. Вот такие у нас красоты местных болот. В общем, жизнь совершенно иная, чем в столице. Для тех, кто любит природу, наверное, прекрасно. Вся природа в пешей доступности. Так, еще у меня вопрос к садоводам. Дорогие люди, пожалуйста, помогите мне идентифицировать этот куст. Смотрите, у меня есть куст в саду, он выше человеческого роста уже. Когда мы приехали, на нем были бутоны, и я думала, может, он как-то красиво цветет, но вот он расцвел, и это, по-моему, какая-то вообще, ну, короче, невзрачная ерунда. Места он занимает очень много. Видно, что его до нас уже кто-то тут обрезал, сейчас он вширь растет. Занимает очень много места и загораживает другие хорошие растения. По мне выглядит как какой-то цветущий бамбук просто, потому что он какой-то, вот видите, у него какие-то бамбучные там, бамбукообразные стволы. Загораживает гортензию, которая хочет зацвести. Вот я не пойму, что с ним делать, потому что в инвентаризации дома тут указано, что в саду есть разные кусты. Детально написано только, что у нас есть два куста роз. А про это ничего не написано, то есть мы его можем даже втихаря вырубить, и никто не узнает. Вот, ну, может, так радикально нет, но может его как-то обкорнать, я не знаю. В общем, если кто-то знает, что это такое и что с ним делать, напишите мне, чтобы я решила. Хорошее это что-то полезное, или это можно без сожаления как-то аннулировать? Потому что зелени много, и тени от него много, и вообще... Вот, если мне кто-то напишет, спасибо вам заранее.